Коротко о спорте. В Министерстве молодежи и спорта Азербайджана состоялась отчетно-выборная конференция Федерации бокса. В ходе конференции был представлен отчет о деятельности Федерации за последние годы. Вслед за тем последовали выборы в руководство Федерации бокса Азербайджана. Ее новым президентом стал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев. Новоизбранный президент Федерации бокса поблагодарил присутствующих за оказанное доверие и заявил, что сделает все возможное для развития этого вида спорта в стране. С этой целью будут учтены мнения и предложения специалистов. В ближайший период необходимо разработать концептуальные программы, используя существующие традиции и потенциал в области бокса, создать специальные программы для повышения популярности бокса как среди молодежи, так и среди взрослых. В то же время необходимо организовать различные соревнования на местном, региональном и национальном уровнях. Необходимо привлекать наших талантливых спортсменов к более профессиональной подготовке, принимать меры для более активного участия спортсменов в Олимпийских играх и чемпионатах мира.